Всем привет с берегов Охотского моря. Мы на бухте Гертнера. Сегодня 13 июля, день рыбака. Вроде как сказали, что здесь будет празднование на горняке. Но пока ничего не наблюдается, зато наблюдается много отдыхающих. Потому что температура воздуха показывает в городе плюс 21, но здесь, конечно, на море гораздо теплее. Многие в купальниках, пляж забит людьми. В общем, более-менее много народу. И, в общем, народ сегодня отдыхает, воскресный день. Еще сказали, что на Нюкле будет праздник тоже, но мы туда не поехали, потому что далековато. И решили вот так вот поблизости, благо нашлось свободное местечко под грибками. Очень любим это место, потому что не надо далеко ехать, потому что здесь обдувается все это воздухом, ветром. А вообще в лесу, там на полянках на Дукче очень много оводов сейчас. Середина июля – это время оводов. Ну вот более-менее сейчас здесь нету, потому что ветерок такой легкий, видите, люди загорают, кто-то полный отлив, лодки стоят на берегу, чайки парят ласты на отмели, вообще здорово, здорово, здорово. И поэтому кто говорит, что лета в Магадане нету и такой теплой погоды не может быть, может быть. Вот сегодня один из таких дней. Вообще последние 3 дня было очень хорошо, буквально с понедельника была такая чудесная погода, и вчера, позавчера, позавчера было 27 плюс 28, и, ну, в общем, нам очень нравится, когда такая погода. Пусть даже 21-25, это комфортно, не жарко. И даже многие в Магадане боятся раздеться и ходят в куртках. Боятся раздеться, привыкли одеваться. Ой, а сколько людей вот там. Вот я вот сейчас просто смотрю и приглядываюсь. По отливу машин очень много. Мы тоже вот там по берегу часто отдыхали предыдущие года, в этом году еще там не было, потому что не было погоды такой теплой несколько дней. Ну, надеюсь, мы не последний раз отдыхаем, еще там будем тоже стоять, делать стояночку и пикничок. Ладно, будет интересное, что еще покажу. Может, кто-то напьется и будет купаться, заснимем. Шучу, конечно, шучу. О, я не шутила. Дядечка полез в воду, ну, я видела, дети плюхали. Здесь Дукча. Конечно, вода не такая, не знаю, какая температура воды моря в среднем плюс 5, плюс 6. В июне, я читала, в июле может быть больше, если хорошая погода. Ну, плюхается, у нас плюхается. У нас море такое, в котором плавать, конечно, ноги сведет. Ну, вот народ поплюхался и отдыхает. Кто-то загорает, кто-то просто на отдыхе, в общем. Такой у нас воскресный день в Магадане. Может быть, все-таки праздник будет. Если будет, естественно, я поснимаю. А пока отдыхаем. Хорошего всем. Хотел сказать выходного, но знаю, что вы будете смотреть в разное время. И это уже будет не воскресенье. Ну, хорошего всем настроения. К обеду здесь народу стало больше и больше. И вот по отливу здесь прям вот стояночки, стояночки, стояночки. Народ загорает, отдыхает. Машин очень много приехало, очень много. И вот я на пляж смотрела. Не пойду сейчас туда. Вроде мероприятия никакого все-таки здесь нет. Но на самом пляжу очень много народу. Очень. А там машин целая грядка. Тех, кто не смогли поставить их на стоянке, вот расположились на въезде. И по побережью. О, как птицы хорошо полетели. Чайки летят. Не знаю, я их не могу поймать. Камерой не вижу. Но глазами я вижу, как красиво они кружат. И потом опять садятся и парят свои ласты. Ой, сегодня, конечно, жарища. Пораздевались, наверное, все. Классно. И ни ветерка, ничего. Вода спокойная, теплючая. Ну почему-то никто не плавает. Просто обалденно. Ну и мы вот там где-то вот здесь вот тусим. Цвет листвы, точнее лиственниц. Да и зелень листвы. Красиво.
красиво. У нас не желтое все, у нас ярко-ярко-зеленое. Прилив. Видите, какой прилив, что люди ходят далеко-далеко в море. Вот здесь мелко. Просто шарятся дети, здесь шарятся. Ну, видимо, не совсем ледяная вода для наших магаданских северных детей. Вот так вот. Чудесный день, чудесный. А вот тут собака ходит. Она постриженная совершенно вся, только уши у нее мохнатые. И она в футболке. Она периодически заходит в воду, ее мочит, на ней она высыхает. Ей жарко. Правильно, в шубе магаданской летом. Поэтому ее постригли. Это лайка. Лайки у нас меховые. Вот здесь тоже собачка отдыхает. Я почему обращаю внимание на собак? Люди очень любят своих животных и везде их с собой таскают, и животные в одежде, и во всем. Порой в костюмах. Вчера, когда были на празднике, наблюдала, сколько собак и в руках, и с хозяевами гуляют, и они такие все разодеты, в комбинезонах, таких вечерних стразах. Вот так вот люди любят своих животных. Плавно от животных перехожу к природе, к морю. Вы чувствуете, даже ветра нету. Тихо-тихо. Тихо-тихо, притихо. Вот, кто-то потащил. Даже шелеста волн не услышите, потому что ничего не шелестит. Так спокойно. Знаете, я сколько живу в Магадане, всю жизнь, я не помню такой погоды, вот такой спокойной и такого тепла. Просто здорово. Пошли дальше. Отдыхать, загорать. Потому что завтра понедельник. У кого-то рабочий день. Побольше нам таких дней в Магадане. Вот так. Ой, комары здесь такие, пипец. В лесу. Вау. Да, я не знаю. Сейчас это дерево спрячет, у нас фоткаешь красиво. В лесу, где я только была, вот здесь, хотела сфотографировать все с высоты. Но дело в том, что там столько комаров, а я в купальнике. Кусаются собаки. И посмотрите, сколько машин. Вон их сколько много. Мы когда приехали, было, конечно, гораздо меньше. Это место занято, одна к другой притыкнуты. Хорошее место, чтобы далеко не ехать от города. Все-таки здесь отдыхать классно. Я не помню, что здесь было раньше, когда не было грибков. Ну, было, наверное, более печально, потому что где еще отдыхать? Хорошо, что сделали эту зону отдыха. Зона, такое слово дурацкое. В общем, пляж на горнике. Место для отдыха. Собаку раздели, смотри. Собачка. Чтобы она загорела немножко. Маечку сняли. Та, которая была в красной кофточке.
шучу, конечно, про загорание. Боже, какая лепота. Идет прилив, и чайки, которые сидели вот там вдали, перебрались ближе на другую отмель. Ну, а народ, у каждого своя компашка. Все сало топят и отдыхают. Боже, какой класс. Там уже поставили сети рыбаки. Вот вижу. Лодки туда выезжали, вот выплывали. И сейчас уже сети натянули. А вода. Ну-ка, видно, что-то нет. Плохо видно на приближении. Народу там, конечно, вау. И картинка качается, потому что очень большое приближение. На каждом участке земли отдыхают люди. Мы пришли прогуляться по берегу моря. Посмотрите, сколько тут народу. Машина за машиной. Заметьте, у нас нет наших машин русских. Все иномарки. Большая часть праворульные. Здесь вот кучки тоже люди. Бережи. Каждый участочек занят. Что с одной стороны, что с другой. Везде. Заодно посмотрим, сколько народу на пляже. Народ приютился по обоим сторонам от моста. И с этой стороны. И с этой стороны. И рыбаки рыбачат. Сейчас остановлюсь, чуть-чуть сниму. Сейчас думаю, понял. Ты с тобой садишься, думаю. Садись, рекизай, да. Как люди живут в жарких городах и странах. Я сегодня умираю, по-моему. Я хочу, чтобы температура была 16-18 максимум. Очень душно. Очень-очень. Время начала 6 вечера. Солнце палит высоко в небе. Рыбаки пытаются поймать рыбу.
Стоять я здесь не буду смотреть, но думаю, что она, по идее, должна идти. Идет прилив, начался прилив. А люди, где песок, везде ютятся. Пойдемте пройдемся по пляжу. Ну, недалеко, потому что люди же не любят, когда их снимают. Так, здесь вот есть два киосочка. Шашлыки, пиво, напитки, мороженое. Но сейчас мы зашли. Пива нет, напитков остатки. Наверное, не ожидали такого ажиотажа, что будет очень много людей. И воды даже практически там нет попить. Мы выпили уже все, что было у нас, я имею в виду воду. Я же за рулем все-таки. Классно, я тоже сейчас там нырнула. Ну, народу много. Нет, бывает больше, в некоторых дни бывает больше, конечно, народу. Видимо, сегодня рассредоточились люди и на дачах, и в лесу, и на Снежке. И у нас есть куда поехать в Магадане, и на Нюклю. Ой, как хорошо. Ну, а мы находимся там. Издали так много там тоже народу, так же, как и на пляже. Босиком переходят туда. А еще можно перейти, плюхается в море народ. Ну, здесь зона, которая море подходит сюда. Видите, тут край. Море подходит, поэтому здесь никто не тусит. А вот на песочке, конечно, народу гораздо больше. Там играет чуть-чуть дальше сетка натянута, волейбол, баскетбол. Ух, хорошо как. Ну, вы, наверное, чувствуете, как сегодня тепло. Для меня очень жарко. После того холода, который был в июне, пережить вот эту жару. Короче, надо дозированно. Я хочу завтра понедельник. И завтра я на море не поеду, потому что очень жарко. Роют все, взрослые, дети, с семьями, смотрю, деток очень много. В общем, Магадан отдыхает и загорает. Завтра рабочий день, все набираются сил для новой рабочей недели. Ну, я прощаюсь с вами уже. Сегодня, на сегодня показала вам, как у нас будет, бывает тепло. Жаль, что редко, но метко. И все, до скорых встреч. С вами была я, Анджелина Джоли из Магадана. Пока-пока. Thank you.
Это у нас такая вялотекущая игра, забава, катание на банане. Еле-еле идет, а мужики такие аж скучают, сидят. Магаданский банан. Он такой слегка замерзший. На материке не так ездят. Да, там по-взрослому. Там гоняют. Еле-еле ползет. Ну, конечно, удовольствие здесь не такое, как там в отпусках. В отпуске. Классно. Идет прилив. Смотрите, уже песка нету у берега. Уже подул ветерок. О, там тоже он кто-то катается и рассекает на таком катере. Класс, вот у этого скорость, конечно. Балдеж. 6 вечера. Солнце еще высоко. Солнце высоко. Температура упала, да, где-то ну, градусов 19 показывает. 20. Да, вот на этой штуке, да, банану можно есть. Цеплять. Мужики сегодня ловят рыбу. Сегодня все, как называется, те, которые контролируют, проверяют рыбу, отдыхают. Можно ловить сколько угодно. И 10, и 20, и 30. За лишние рыбы, конечно, берут деньги. Вот сейчас парень рассказал, говорит, поймал 15 штук, они за 5 штук взяли еще 300 рублей. Сама лицензия стоит 950. Лицензия стоит 950? Да. Вот так, лишнюю рыбу ловить нельзя, естественно. 10 горбушин, 5 петин. Вот мужчина вынимает из сетей горбуша. Ага. И ловят не по одной штучке. За раз ловят и 10, и 20. Боже, сколько у него бьется рыбы. Вы видите? Ой, пойду я подойду ближе. Вот, вот она. Вот я хочу показать. Одна за другой, одна за другой. Ой, господи. Иду показывать рыбу, а камера у меня на увеличение. И... А под ногами у меня вода уже вот-вот-вот-вот-вот волны бьются. Вынимает рыбку. Одну за другой. Молодцы. Молодцы. Правильно отмечает день рыбака. Ну, вот теперь можно слушать шелест волн. Не скоро мы отсюда уедем, потому что здесь очень хорошо. Уже наотдыхаемся, чтобы на всю неделю хватило, уже со вторника дождь.